Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя. Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя, трехлетние девочки глаза. Чулочки тоже, и смятеньем, и эсэсовец объят, рука сама собой в волнении вдруг опустила автомат. И снова взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятенье смутно произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей, ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять. И не забудется вовеки. Чулочки, дядя, тоже снять.